Дорогие друзья, с сегодняшнего дня у нас на территории стартует новая акция. Ваша задача заключается в том, чтобы дома из подручных средств и из какой-нибудь старой кружечки, которая вам уже не нужна, но вам очень-очень лень ее выбрасывать, сделать вот такую классную и довольно-таки прикольную кормушку для птиц. Вам для этого потребуется только желатин и птичий корм.